Всем здравствуйте! На просторах сети появились новые фотографии Равшаны Курковой, которые в хорошем смысле поразили ее поклонников. Артистка все хорошеет и хорошеет, несмотря на сложный период, закончившийся в ее жизни совсем недавно. В конце прошлого года 41-летняя звезда экрана пережила личную драму. Ее оставил гражданский муж, миллионер, совладелец боксерского клуба Сергей Амарян. Пару не скрепило даже рождение единственного сына, которому на сегодняшний день 1,5 года. Еще в сентябре Равшана почему-то отсутствовала на праздновании дня рождения возлюбленного, который собрал множество гостей. Тогда сразу заговорили о проблемах в их отношениях. И в итоге в конце ноября стало ясно, бывшие влюбленные разошлись. Вскоре всплыли и скандальные детали расставания. Якобы Сергея увела некая приятельница семейства, с которой Куркова была лично знакома. Конечно, все это стало большим ударом для актрисы. Однако спустя 1,5 года после неприятных событий артистка полностью восстановилась. Она занялась ремонтом в новой квартире, воспитанием сына, рабочими проектами и, конечно, собственной внешностью. Звезда и раньше выглядела отлично, а теперь, судя по новым снимкам, и вовсе расцвела. Так на свежих фотографиях Равшана предстала в женственном черном платье, расшитом жемчугом. Ее каштановые волосы были собраны в объемный хвост, лицо озаряла мягкая улыбка. Россияне пришли в восторг, увидев эффектные кадры. Божественная красота, само совершенство, идеальная женщина, элегантность, талант, естественность. Все в вас сошлось, высказались интернет-пользователи. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.